с добрыми. Дальше одним словом мантра апарджа, апарджа. Если вы, я ее раньше давал, их давал несколько, это все мантры, которые взяты мной из Яджурведы, это трявсык, припутав, кистеплово, и можно еще одно слово апарджа. Это четвертый слог, который взят мной в виде мантры, это аббревиатура определенной мантры, и звучит это буквально так. Я забываю все свои ошибки. Когда человек говорит, я и это помню, и это меня мешает, то он стареет и умирает. И есть слог такой, апарджа. Если вас мучает воспоминание, вы не можете с ними справиться, бесконечно переживаете за что-то там, плохо было, хорошо было, вас это мучает, хватит об этом думать, недостаточно. Нужно отключить их. Каким образом? На вдохе и выдохе произносите слог апарджа, который взят из Яджурведы. И поэтому прощайте себя за ошибки. Почему? Потому что ошибки, которые вы совершили, которые совершили с вами, они в прошлом. И их уже нет. Все, что в прошлом, нужно забыть. А если тянуть, то тогда прошлое становится обузой. И тогда, если прошлое становится обузой, то тогда и будущее будет обузой. Потому что это все есть одна жизнь. Если прошлое больно, то будущее тоже болеет. Поэтому в случае, если прошлого нет, то будущее не вспоминается. Оно просто строится ежедневно и создается. Поэтому если не помнить, то это дает возможности нового изменения. А если все время об этом думать, то это создает такие же повторяющиеся страницы.